Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И так как я самый главный лодырь на канале, то и песню мы учим суперпростецкую. И это даже не Алена Швец. На этот раз группа Ляпис Трубецкой, а песня в платье белом. Ну а обо всем по порядку, бери инструмент в руки и погнали учиться. И перед тем, как ее разбирать, давайте ее послушаем. Когда зимой холодною в крещенские морозы щебечут песню соловей и распускаются мимозы. Когда взлетаешь к небесам и там паришь, пугая звезды, а над окном твоим совьют какие-нибудь птицы гнезда. Когда девчонка толстая журнал приобретает мода и снит, как будто юноши ей в школе не дают прохода. Когда милиционер усатый вдруг улыбнется хулигану и поведет его под руки, но не в тюрьму, а к ресторану. Знай, это любовь, с ней рядом амур крыльями машет. Знай, это любовь, ты сердце не прячь, амур не промажет. Разбор на укулеле. И первый аккорд, аккорд ДМ. Мы ставим вторую струну на первый лад, а третью, четвертую струну на второй. И следующий аккорд, аккорд G. Мы ставим первую и третью струну на второй лад, а вторую струну на третий. Далее у нас играется аккорд С. Мы просто зажимаем первую струну на третьем ладу. И четвертый аккорд куплета – это аккорд АМ. Мы просто зажимаем четвертую струну на втором ладу. Еще раз все эти четыре аккорда подряд. ДМ, ДЖИ, СЕ, АМ. Теперь аккорды припева. Первый аккорд – аккорд F. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Далее нетипичный для нас аккорд, потому что мы знаем всего 5 базовых, аккорд FM, по-другому фа минор. Мы тут зажимаем четвертую и вторую струну на первом ладу и добавляем первую струну на третий лад. Вот F, а вот FM. Далее у нас играется аккорд AM, мы его уже выучили. Потом опять повторяем F и FM. Далее мы играем аккорд С и G. То есть еще раз по порядку, что у нас играется в припеве. F, FM, AM. Вторая строчка опять F, FM. Тут мы уже играем С и заканчиваем на G. То есть знай, это любовь, с ней рядом амур крыльями машет. Знай, это любовь, ты сердце не прячь, амур не промажет. Что теперь у нас касается боя в этой песне? Бой играется и в припеве, и в куплете. Бой наш любимый шестерочка. По-другому вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И мы его играем полностью на один аккорд. То же самое в припеве. Но единственное, аккорд АМ мы его играем два раза. То есть... А дальше уже опять по одному разу. Могут возникнуть у вас вообще что-то непонятность в припеве, поэтому давайте я вам полностью его сейчас сыграю с аккордами, с боем, как он должен у вас выглядеть, собственно, да? Еще раз. И. Знай, это любовь, с ней рядом амур крыльями машет. Знай, это любовь, ты сердце не прячь, амур не промажет. Вот вся песня. Ну, если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк.
написать в комментариях, какую следующую мелодию или песню мне разобрать. Ну а если ты первый раз на моем канале, то обязательно подпишись, потому что у меня есть цель на год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, и чтобы наше было укулеле комьюнити супер большим и крутым. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно тебя видеть в нашей команде. Также не забывай делиться этим роликом с друзьями, которые хотят научиться играть эту песню. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Увидимся совсем скоро. Пока!